Пробивку проспекта Абая завершат до конца этого года, после чего проезд будет продлен от улицы Момушилы до административного центра Наурызбайского района. Планируется, что дорога будет шестиполосная, по три в каждом направлении. Там проложат пешеходные тротуары и велосипедные дорожки, а на пересечении улиц Ашимова будет транспортная развязка. Сейчас на строительном участке переустраивают инженерные сети и строят 4 надземных пешеходных перехода. Строительство началось в 2017 году. Оно было затянуто в связи с выкупом и сносом. До сих пор 4 участка еще не выкуплены. Если эти 4 участка выкупят, то завершим в этом году. В этом году планируется начать пробивку и улицы Сайна от проспекта Рыскулова до Монкиби. Как ожидается, шестиполосная дорога в купе со строительством развязки создаст важный транспортный коридор, который соединит микрорайоны Алатауского района и пригородные поселки с основными магистралями города. А вот пробивку улицы Алатау в Наурызбайском районе до проспекта Раимбек завершат в сентябре этого года.